Когуру и начните изучать первую ступень или первую обновленную ступень эзотерической школы Кайлас. Это 10 занятий, каждое занятие по 2 или по 3 часа. Всего вместе, всего получается 30 часов информации. Это тайные знания, которые в обычном таком виде получить практически невозможно. Именно поэтому и называется эзотерика эзотерикой, что большинство знаний не тайны. Именно из-за этого очень часто появляется такая неразбериха, когда люди, которые не понимают тайн, начинают слышать то, что говорит адепт, а я себя таким считаю, то начинают думать, что он несет какую-то пургу, чушь, ересь там, и так далее. Но в целом это просто связано с тем, что они не знают той информации, которую знают все остальные ученики. Поэтому те ученики, которые начинают изучать эзотерику в моей школе, они по-другому воспринимают информацию.